всем ночной приветик. Настало время кормить мелкого. И он избрал один угол для какаха. Он стандартно уже сюда ходит, не первый раз. То есть это не прежние какашки, это мы новые накакали. Да-да-да. Но я уже говорила, для тех, кто не в курсе, я не убираю до кормления. Потому что я и так сейчас вот это все имущество отожму, он будет в шоке от происходящего. Если еще протру сейчас здесь все, он вообще жрать не станет. А так вроде ним уже пахнет, все его территория своя, ничего страшного. Выловила кандидата на съедение. Вот сейчас ему пущу туда. А он, блин, лишь бы свалить. Он, глянь, к тебе тараканище пришел. Соответствующего размера. Иди, он нюхай, глянь, какой зверь. Видел? О! Как раз тебе по калибру. Говорит, нет, я на улицу пойду. Но сейчас, если будет все-таки пытаться свалить, а я уже рассказывала, они вылупляются не ручными и свалить пытаются всю дорогу, пока не приручишь. Так что сейчас, если будет отвлекаться на открытый контейнер, я просто закрою и проконтролирую, чтобы покушал при закрытой крышечке. Да, ну когда-то он привыкнет и не будет реагировать на открытие контейнера, но походу до этого еще далеко. Это говорит, ладно, я в эту сторону свалить попробую. А вдруг? А таракан такой, я ветошь, я не отсвечиваю. Все нормально. Не-не-не, дружочек, не. Нет солнца. Вот, таракан, это ладно. На меня не смотрят, надо валить. Два товарища, пытающиеся свалить. Глянь, какой тараканище, глянь, он шевелиться умеет, гляди. Видел? Да, пофиг. Тут главное делать ноги самому. Это в каком-то карцере содержит, вообще капец. Угу. Солнце, ты если сбежишь, то ты будешь ровно на один зуб кошки Зине. Она, конечно, очень обрадуется, я очень огорчусь. Так что давай мы обойдемся без такого экшена. Ну его нафиг. Угу. Я тебя поняла, солнце. Сейчас я буду закрывать твой контейнер. И будешь ты дружить с тараканом. Все, контейнер закрыла. Теперь у него как бы смысл валить исчез вообще. И может быть сейчас обратит внимание на тараканчика. Там кто не видел предыдущие попытки, значит первое кормление было принудительно. Да, с полупиха, так сказать. Второе, он тоже при закрытой крышке начал охотиться. И как полноценный хищник поймал и сожрал таракана. И вот это у нас третья попытка, как пойдут дела, это еще как бы не вариант, что он будет ловить сегодня. Ну, пока только кипиш. Угу. Он вроде видит, но что-то не сильно настроен на поедание. Вот вроде прицелы наводит, интерес проявляет. Ну, что-то скажи, стрёмно. Во-во-во, лови его, лови. Вот он под крышечку тараканчик спрятался, и вот ребенок начал охотиться. Да, я знаю. Твоя мама тоже считает, что если таракан ходит по стене, значит он вообще как бы самый вкусный, ну, физически развитый и без ГМО. Угу. Так что ты в мамку. Ну-ка, ну-ка. А таракан выход ищет. Ну, во всяком случае, охотиться мы начали. Ну, еще поймать осталось, конечно. О, сейчас буду выгонять таракана вниз. Да, не все так просто в этом мире. Ну, рано или поздно ребенок научится нормально кушать, ни на что не отвлекаясь. Ну, пока мы маленькие, простительно скажи. Да, я кроха. И то уже делаю успехи. Ну, пошел, все, прицел навел. Бери его, бери, он твой. Главное, какашку не лови, договорились. Ой, говорит, страшно, да? О, поймал. Все. А на заднем фоне пенсия Джойстик кричит, комментирует. Вот и все, третье кормление тоже удачное. И видите, этот раз он недолго держит во рту, начинает его жмакать. Рот уже хотя бы перехватывать научился еду. Кушай, солнышко, кушай. Запихивайся. Все, молодчинка, мужчинка или женщина, не знаю. Там не скоро будет видно, месяца в 3-4. Ну все, теперь я могу смело заняться его уборкой контейнера и вернуть потом имущество, которое временно стоит на инкубаторе. Все, имущество вернуло, какахи убраны. Там все, кто думает, почему нет у него салфеточки, то есть ему она не обязательно салфетку взрослым ложат, чтобы какахи их не было легче убирать. Тут ребенок так какает, что там, блин, те 2 миллиметра я и так нормально собираю бумажкой туалетной.
А вот таракан может под салфетку прятаться, и облифар может салфетку захватить и схавать вместе с тараканом. Так что пока так, будем расти.